жилом квартале на улице Маршала Бирюзова начнется строительство детского сада для 170 малышей. Соответствующее разрешение выдано застройщику Министерством жилищной политики Московской области. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 9 групп, смогут посещать дети от года до 7 лет. На прилегающей территории обустроят игровые зоны для каждой группы, общую спортивную зону с установкой футбольно-волейбольной площадки и спорткомплекса, а также велопешеходную дорожку. Строительство проведут за счет внебюджетных источников финансирования. Также запланировано возведение еще трех социальных учреждений, двух детских садов и школы.